Шрила Прабхупада в одном из комментариев к Чайтанья Чаритамрите говорит, что не сравнить ни с чем могущество Хари Кришна Махамантры, но еще более могущественное – это Панчататва Махамантра. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Тара Шива Сидгоур Бхактавина. Или имена Господа Чайтанья Нитьянанды – Гоура Нитай, Гоура Нитай, Гоура Нитай. Почему же мы тогда все-таки Хари Кришна поем, Панчтату Махаматру только три раза исполняют там и так далее. Потому что Господь Чайтанья говорил, что надо читать Хари Кришна Махамантру. А мантра Панчтатва и Гор Нитай, она снимает оскорбление. Поэтому мы вначале перед киртаном пойдем Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Тхара Шива Сади Гоур Бхактавридана. Вначале снимаем оскорбление. И на всякий случай в конце «Джая Гора Нитай, Джая Гора Нитай», чтобы все оскорбления ушли. Так что будем петь Хари Кришна Махамантру, но и имена Господа Чайтаньи. Иногда во время киртана мы поем «Гауранга, Гауранга, 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 Гаура Нитай, Джая Гора Нитай, Джая Шачинандана, Гаура Харей» и так далее. Да? Вот, этим самым мы призываем милость Господа Чайтаньи. И эта милость, она нисходит прямо на воспевание Хари Кришна Махамантры. Так что одно другое только усиливает. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберис. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за 1.5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберис, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.